Вот он наш прекраснейший шалаш Ленина. Вот такие вот здесь все эти достопримечательности. Пойдемте взглянем, что там у нас в шалаше Ленина. Может, сам Ленин еще есть. Шалаш Ленина.
Тут сам Ленин сидел, думал, думал, сидел, охотился, заряжал свою ружбаечку. Вот такой вот шалашик, ребятки. Все с тех времен стоит. Он и спал тут, ночевал, вон солома еще осталась. Все было вручную вырезано. Даже вон оно. Руками и тесаком каким-то рубили. Все по красоте. Все землей обделано, да? На крышу нельзя залазить? Правильно. Вот такой вот, ребятки, шалашик. Красивый. Все прекрасно. Вот такое вот местечко, ребятки, Шушинское. Приезжайте, пишите комментарий, встретим, поможем, подскажем, где что, куда как. Столика плохо тут нет, да? Чтобы посидеть, чайку попить. Куда нам надо? Куда поедем, ребятки? Сейчас шалаш, мы находимся вот здесь. Вот здесь мы сейчас находимся. Шалаш. Реконструкция типичного охотничьего шалаша, в котором часто останавливался Владимир Ильич Ленин во время охоты. Вот значит мы здесь, ребятки. Вот, 3 года был в Шушинском. Вот так-то вам. Не ухты-пухты, но... Вся биография, ребятки, вся биография. Так. Размеры шалаша даже есть, смотрите, что-то нарисовано. 1,88 у него высота. 1,88 высота и длина 186. Все было реконструировано по плану. Вот так вот раньше было, ребятки, здесь. Все вот так было в то время. Так что у нас... Чаек есть, да? Попьем чайку, посидим. Где будем? Пойдем в обратную, там где-нибудь посидим или тут? А где раскладываться? Тут на лавочке. На лавочке будем? Ну давайте. Недостатки, знаете какие, ребятки, я вам скажу. Здесь туалета нет. Туалет там, где мы были, вот на картиночке я вам показываю. В начале, где заходили. То есть сейчас меня приспичило по нужному делу сходить и куда сходить, чтобы люди гадили, да. Но поставьте вы туалет-то, мусорка-то есть, все прекрасно. А туалета нет. Так что если смотрите, кто этим тут заведует, к музею относится, к администрации, поставьте здесь туалет людям, чтобы не гадили, не ходили никуда, в туалет ходили порядочно. Все сделали, все хорошо, молодцы. Но недостаток один у вас. И столика нету, где перекусить. Я вон чаек себе взял. Сырок себе взял с колбаской перекусить. На свежем воздухе посидеть. Погодка хорошая у нас сегодня. Число какое, сыночек? Знаешь, нет? 8 мая. Завтра День Победы. Так что всех ветеранов, всех участников войны. И также СВОшников всех там. Всех-всех с праздничком. Крепитесь, держитесь все, ребятки, как сказано.